Волки в стаях шифруются часто под собак так ловко, что даже не отличить. Оу-оу, мне нужен флоу, а если мне будет флоу, то я скажу свое собачье слово. Боу-оу. В Южной Африке есть памятник собаке, провожавшей до дому пьяных моряков. А у нас есть памятник бездомной собаке, пострадавшей от руков каких-то дураков. На памятник собаке пожертвовали бабки и просто подписали своими голосами мы сами и наши дорогие сограждане. Вот они все три имена проговори: Черназаров, Бабарыкин и Суходеев. И много других людей, как добрых, так и злодеев. Среди них был, может быть, даже замечен Олег Кулик. Он уже был известен как собака, но не так, как сейчас, велик. Собака – важный образ европейской культуре, стихи и в литературе. Даже вот, например, стихи: дай жим на счастье лапу мне, такого жима не видал я сроду. Давай с тобой качаться при луне, преодолеем нашу древнюю природу. Дай жим на счастье лапу мне. Стихи для добермана написал Есенин на даче Качалова. А ну-ка давай, начинай сначала. Воу-воу, мне нужен флоу, а если мне будет флоу, так я скажу свое собачье слово. Воу-воу, собачники с воу-лау чи приходят на учи, и нас лоу вряд ли вау-лоу, чап, как вау-чап, такой говорят у нас лоу, а мы им на зло будем держаться стаи собачьей, браться нам не западло, собачьей стаи держаться так проще драться. Собачий класс, мы классно хузнат, вы за us against us, мы вместе, нас много, кто сказал, что собака не верит в Бога, святой Франциск проповедовал всем и собакам тоже, для кого-то это был бомж, а для кого-то человек божий, а Сан-Франциско бомжи на улице спят не сами, а в обнимку с псами, тоже вариант стаи. Тепла не хватает, конечно, зимы там нету, но это такое вечное лето, что ты, когда ты приезжаешь туда, ты сразу хочешь домой, потому что дуют пассаты и холоднее, чем зимой. Хочешь быть бомжом? Ищи собаку, скажешь ей: пойдем валяться вместе под дождем. А я знал одного, его так и звали Пойдем. Так этот Пойдем прожил около года в собачьей клике. Выбор невеликий, с бомжами жить или с псами. Псы надежнее и меньше доматывались, но это самое тоже вариант стаи. А ты не скучал по людям практически целый год? Да ну нет, это ж просто, сдвинул точку сборку, и вот ты уже перешел в другой мод, ты уже собака, но не как в перформансе Олега Кулика, а всерьез. А ты был вождем? Да нет, вождем у нас в стае был пес. Этот разговор происходил в зоопарке у волчьей клетки. Волк бегал по клетке, на волка смотрели детки и думали: волк самое страшное существо. Хотя говорят про него, что волк полезный, волк санитар леса, Иван Царевич и волк раздобыл жар-птицу. И можно опять же вспомнить про эту волчицу, с которой начался рым. Еще поговорим о том, что волки в стаях шифруются часто под собак так ловко, что даже не отличить. Дети гладят по головкам, пытаются приручить: собачка, собачка. А это не собачка, это волк-волчок, он укусит за бочок. И будь ты хоть юный торчок, или старый качок, или просто упитанный в меру мужчина, в самом рассвете сил чувачок, волка лучше не гладить, волк ест не глядя, и тебя съест дядя. Но почему? Да потому, что у волка по рту по всему одинаково, и клык способный свободно разорвать и проживать что угодно и кого угодно. Это вам не Олег Кулик. Волка распознать невозможно, волк косит под собаку и внешне похож, но есть нюанс. Какие? Нюансы. Не знаю, почему всю стаю regardless of differences отправляют в путь, откуда мало когда возвращается кто-нибудь. Это я вам хотел намекнуть, что есть очень опасные обезьяны, косят под людей, как эти волки под собакой, где человек, где эти обезьяны, вообще не распознаешь никак. В Канаде в зоопарке есть клетка с зеркалом, написано: самый опасный зверь. Если увидишь на клетке слона надпись «Бывал», не и даже эти собачники, о которых мы говорили, тоже часто корылые. Они хватают не только собак и не только волк, но и человек, и ты беглянусь, говорю. И вот один мой друг, он тоже из этих обезьян, говорят, вышел. Я это слышал, но не понял, что такое вышел. То ли вышел, в смысле произошел, то ли он от них в сакральное пространство ушел. Сначала побыл макакой, а потом перестал ей быть, как Олег Кулик потом перестал быть собакой.